Ну, если в целом, конечно, получилась сложная игра. Сложная игра, и скажу, что опасения были, потому что обычно я все время ротировал составы, и у нас свежие были. Вот лишний раз игра показала, что все-таки нужно двигать. Я и в раздевалке сейчас ребятам сказал, что сам турнир, сложный такой турнир, а тем более вот с такими играми через короткий промежуток времени, он предполагает все-таки обойму пошире. И мы просто начали выигрывать и на них, и я был до игры обеспокоен, хватит ли силенок. Ну, в итоге немножко, в общем-то, спорт был хороший, забили, в общем-то, и мяч дальше какое-то время, а потом, наверное, по состоянию начали откатываться, оберегать, и долго, в общем-то, реально мало позволяли что-то делать. Но вот эти неприятности, высокие передачи с высокими нападающими, со сбросами, в общем-то, тревога определенная была. Тревога была, и второй тайм, в общем, включились обратно после того, как в раздевалке поговорили. Момент какой-то, потом опять все-таки вот это, наверное, желание выиграть и состояние одно вместе, я думаю, они как-то сказались на игру и оберегали преимущество. В итоге замены надо отметить, потому что и Болонин, и Иса вышел хорошо, и вышел, в общем-то, Букия хорошо. Поэтому в этом плане как-то освежили. И видно было на фоне, в общем-то, наших же игроков, не фоне и соперника, что немножко отодвинули игру и, наверное, логично забили второй гол. Логично забили второй гол. Ну, а соперник, надо сказать, что мы, изучая его, видели, насколько они, в общем-то, плотно играют, насколько стараются прессинговать. До этой игры у них не было поражений. И, слава богу, мы нашли, в общем-то, силы забить мяч и, в общем-то, иметь еще моменты. Моменты иметь, и думаю, что в целом тяжелая, очень тяжелая победа, но она заслуженная. А соперник, я скажу, что он очень организованный, приятно, приятно видеть, что это команда с идеей. Раз впереди вот эта затяжная выездная серия, все-таки если в домашних матчах Волгоград приходилось действовать больше первым номером, то сейчас в гостях, скорее всего, придется больше играть от обороны. Насколько сложно будет перестроить тренировочный процесс, теоретический процесс? Нет, нет. Мы не делим игры, во-первых, играем от обороны или еще что-то. Мы везде стараемся строить команду, безусловно, от соперника. Но в целом мы выстраиваем команду, которая может играть. Если на нас надавят и соперник будет на сегодняшний день сильнее, мы должны играть и от обороны, и быстро уходить в атаку. Но в целом команда должна везде. Если есть возможность, она должна доминировать, она должна контролировать, она должна высоко обороняться. И при потере мяча, если мы не надавили там, мы должны опускаться. Поэтому мы над всеми компонентами работаем и что-то менять, в общем-то, вряд ли будем, в зависимости от того, дома или на выезде. В зависимости от состояния мы можем, наверное, принять какое-то решение, где-то сакцентировать. В зависимости от уровня соперника, мы, наверное, разобрав соперника, тоже можем, да, это учитывать. Но вообще решение это вопрос комплекс. Будем смотреть. Сегодня у нас есть какой-то шестидневный отрезок до следующей игры, 6 дней. Ну, мы за это время посмотрим, как футболисты восстановились, насколько они свежи. Наверняка будет ротация. Ротация, я думаю, конечно, надо будет и освежить, и учитывая, что на выезде играем, может быть, скорректировать состав, посмотрим. Болельщики меня очень настойчиво просили спросить вас, есть ли сейчас возможность у клуба, как бы, скажем так, заманить к нам в команду Спартака Гулния, который сейчас свободный агент? Я разговаривал со Спартаком, и он мне как родной человек, и он мне все время говорил уже долго, я хочу быть семьей, я хочу быть недалеко от Москвы или в Москве, да, и если я найду команду в Москве или около, возле Москвы, то тогда я буду играть. Если нет, то я закончу. Поэтому здесь, конечно, я знаю, что у него есть
все качества и желание не угасло играть в футбол, да, и умелый футболист. Но, тем не менее, я считаю, что даже мне некорректно туда позвонить и надавить. Если бы даже мне удалось надавить, я бы этого не стал делать. Все-таки человек сам должен принять решение, он во всем самостоятельный. Он спортсмен хороший, и он и личность. Спасибо. Спасибо вам за победу всех. С тяжелым.